На предыдущей лекции мы говорили с вами о последствиях грехопадения. И мы с вами отметили, в чем заключался Божий запрет. Если первые люди, Адам и Ева, вкусят от плода, то они умрут. И мы с вами говорили о том, что их постигла смерть как физическая, так и духовная. И что касается физической смерти, то я хотел бы добавить, если людям предстоит умереть, то они умрут от чего-то. Во многих-многих случаях это болезнь. Поэтому представляется, что если бы люди не согрешили в Эдемском саду, то не было бы в этом мире смертельных болезней с летальным исходом, и не было бы многого другого, что приводит к смерти людей, скажем, аварии автомобильных или что-то подобного. И я думаю, что в этом мире не было бы не только болезней, но и болей, которые сопровождают болезни. Но также есть и проклятия, которые были произнесены Богом в адрес участников грехопадения. И, во-первых, мы с вами обсудим проклятие в адрес змея. Оно записано в 14 стихе, и это проклятие физическое. И змей с того дня обречен ползать на своем брюхе, что подразумевает определенное изменение. И всякий раз, когда вы видите змею, и вы видите, каким образом змея передвигается из одного места в другое, то это напоминание для нас, почему все так. И, конечно, мы можем напрячь наше воображение и представить, как змей передвигался до грехопадения, но об этом нам ничего не сказано. Поэтому, быть может, и интересно повоображать, но большой пользы от этого я не вижу. Я имею в виду пользы для нашей духовности или для богословского познания. Итак, я думаю, нам необходимо двигаться дальше и обсудить проклятие сатаны. И вот что касается Бытие 3.15, то необходимо отметить несколько моментов. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это очень-очень известный стих. С этим стихом связан термин «протоевангелие», первое упоминание «благой вести». Конечно, «благая весть» не раскрывается здесь во всей полноте, но, тем не менее, она здесь прослеживается. Что ж, говоря более конкретно, этот стих предсказывает, что будет вражда между сатаной и его семенем, и женщиной и ее семенем. И особенная вражда будет семенем женщины, и под этим семенем подразумевается никто иной, как Иисус Христос, наш Господь. Именно так исполняется этот текст Писания, и это прослеживается как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Но здесь речь идет не только о вражде между сатаной и его семенем, и Евой, и ее семенем. Но также в этом стихе предсказывается окончательное поражение сатаны. Вот во второй части стиха мы читаем, «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Вот если посмотреть на еврейский текст, то самая последняя фраза, как, впрочем, и на английском, указывает на действие сатаны в отношении семени женщины. Если рассматривать эту фразу «жалить в пяту» буквально, то тогда эту фразу можно перевести таким образом. «Ты будешь жалить снизу», и тогда предыдущая фраза будет звучать так, «Он сокрушит твою голову». И говорится здесь вот о чем. Да, будет вражда, будет война между сатаной с одной стороны и Господом с другой. И несмотря на то, что сатана будет жалить снизу в пяту,
И здесь подразумевается, что сатане будет удаваться наносить некую боль, некий урон семени женщины. Но это не означает, что урон будет летальным. Семя женщины не сможет восстановиться. Но с другой стороны, тот удар, который нанесет семя женщины, в итоге сокрушит голову сатаны, голову змея. Поэтому этот стих, говорящий о том, какие удары нанесут друг другу семя женщины и семя сатаны, показывает читателю, что хотя сатане и удастся нанести некий урон семени женщины, и читая Писание, мы видим, что из-за этого урона Христу пришлось взойти на крест, тем не менее, этот урон не привел к летальному исходу, потому что Христос воскрес из мертвых. И хотя мы понимаем, что распятие не было чем-то приятным, и урон, который нанес сатана, значителен, тем не менее, этот урон не привел к летальному исходу, не привел к окончательной победе. И с другой стороны, Господь, нанося удар сатане, сокрушит его голову, и вот этот удар будет летальным. Поэтому этот текст Писания указывает не только на победу Христа на кресте, когда Иисус воскрес из мертвых и одержал победу над сатаной. Этот стих также указывает на окончательную победу над сатаной, описанную в книге Откровения, когда сатана будет брошен в озеро Огненное. Но вот на кресте победа была уже одержана, и только вопрос времени, когда же будет окончательное уничтожение. И вот далее давайте рассмотрим с вами последствия грехопадения для женщины. И здесь необходимо отметить несколько моментов, описанных в Бытие 3.16. Во-первых, что касается рождения детей, этот процесс будет более болезненным и трудным, чем предполагалось ранее, до грехопадения. Мы не знаем, каким этот процесс предполагался до грехопадения, как женщина должна была рожать детей, если бы она не согрешила. Но вот в этом стихе подразумевается, что отныне женщина будет рожать в болях. Но есть еще один момент. Мы читаем: «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». И предлагались самые разные нелепые толкования этого текста Священного Писания. Основываясь на слове «влечение», богословы придумывали самые разные странные толкования. Но я думаю, если рассмотреть этот стих в контексте и посмотреть на то, каковы будут последствия, то возникает вопрос, что это за влечение? Означает ли это, что это влечение господствовать? И к мужу твоему влечение твое. Если здесь подразумевается сексуальное влечение, как некоторые предполагают, то какой смысл тогда в продолжении этого стиха? В чем тогда наказание, что муж будет господствовать над женой? Если это то, чего она хочет, и он дает ей то, что она хочет, то в чем тогда наказание? Скорее всего, это не то, о чем здесь идет речь и о чем говорит этот стих. Скорее всего, правильное понимание этого стиха заключается в следующем. Да, в какой-то степени здесь можно говорить о предстоящей битве полов, но не все так просто. Здесь не просто идет речь о противостоянии мужчины и женщины. Скорее всего, здесь идет речь о противостоянии в браке. Кто же господствует в семье? И вместо того, чтобы одержать верх в попытке взять под свое руководство управление семьей, в этом стихе предсказывается подчинение жены мужу. И зачастую это подчинение будет достигаться не совсем приятным для жены путем.
И вот если вернуться к традиционному толкованию второй главы книги «Бытие», где говорится о сотворении Евы как помощницы для Адама, то подчеркивается, что Адам был сотворен первым, а Ева сотворена второй для Адама. И также в Новом Завете можно найти учение о том, что муж должен любить свою жену, а жена должна подчиняться мужу. То есть даже до грехопадения можно говорить о некой функциональной иерархии в семье. И на основании этого многие богословы и толкователи говорят о том, что в результате грехопадения возникнет напряженность и борьба за главенство внутри семьи, и жена не обязательно в этом противостоянии победит. И, конечно же, это никоим образом не оправдывает попытки мужей доминировать в семье таким образом, что при этом он позволяет себе унижать свою жену и вести себя как тиран, подавляя жену. И чтобы никто не подумал, что такое обращение с женой приемлемо, в Новом Завете можно найти немало стихов, которые говорят о том, каким должно быть отношение мужа к своей жене, что это не имеет ничего общего с тиранией, с несправедливостью и так далее, и далее. Но также есть и проклятие, произнесенное в адрес мужчины. И это проклятие записано в стихах 17 по 19. И здесь говорится об участи мужчины, которая постигнет его, и как он будет вынужден проживать оставшуюся жизнь. Земля проклята. И говорится о том, что земля будет производить тернии, и гораздо сложнее будет что-то взращивать. И в итоге продуктивность земли сильно пострадает. Вот что касается Соединенных Штатов Америки, то можно говорить о том, что еда в изобилии. Существует много современных методов фермерства, и нам, быть может, даже непонятно, в чем же заключается это проклятие. Это часть этого проклятия. Но если говорить о странах, где совсем непросто что-то вырастить, где нет техники и все делается руками, и в итоге действительно приходится работать в поте лица, чтобы собрать хоть какой-то урожай, потому что иначе семья, общество, страна просто не выживут. Вот я думаю, люди, живущие в таких странах, лучше понимают, чем мы, живущие в США, в чем же заключается вот это проклятие, постигшее человека после грехопадения. И не только стало сложнее собирать урожай после грехопадения, но сама работа доставляет человеку страдания. Человек вынужден работать в поте лица всю свою жизнь, и работа сложная и болезненная. И также можно выделить последствия грехопадения для всего человечества, для всей человеческой расы. И как уже было сказано, эти последствия заключаются и в том, что грех Адама перешел на всех людей. Но есть и другие моменты, о которых можно говорить, когда речь идет о последствиях грехопадения на все человечество, кроме вменения греха Адама. И первое, что можно сказать, это то, что отношения с Богом человека нарушены, а также отношения между людьми нарушены. И об этом можно судить по написанному Бытие 3.7, где говорится о том, что после того, как Адам и Ева совершили грех, они стали стесняться друг друга. Им стало стыдно друг перед другом, так как они были наги. Поэтому они пошли и взяли листья с деревьев и стали прикрывать свою наготу.
То есть они начали что-то скрывать друг от друга, и, конечно, затем мы видим, что они стали скрываться от Бога. Все это говорит нам о том, что появились барьеры между Богом и человеком, а также и между самими людьми. И также мы с вами уже говорили о том, что в результате грехопадения людей постигла духовная смерть. И стихи из 3 главы книги «Бытие» с 8 по 14 показывают нам отчуждение между Богом и человеком. И это отчуждение характеризует всех людей. Взаимоотношения всех людей с Богом были нарушены. Если вы не знаете Христа, и даже если вы знаете Христа, если вы не живете в послушании Святому Духу, то вы все еще можете ощущать отчуждение от Бога. И также, как мы уже упоминали, есть физическая смерть. Об этом мы читаем в Бытие 3:19. И это наказание коснулось не только Адама и Евы, оно перешло на всех людей. И все это перешло на всех людей. Каждому человеку, рожденному после Адама, вменен грех Адама, вина Адама и последствия за этот грех. И в послании к Римлянам, в 5 главе, с 12 стиха, говорится именно об этом, о том, что грех Адама перешел на всех людей, рожденных после него. Это как раз идея вменения греха. И, несомненно, это именно то, что перешло от Адама на всех нас. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. А сейчас я хотел бы, чтобы мы перешли к другой теме и рассмотрели природу греха и природу искушения. И сначала мы рассмотрим унаследованный грех, и затем перейдем уже непосредственно к греховным поступкам и обсудим, что такое искушение, которое приводит к греховным поступкам. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, пожалуйста, если у вас какие-либо вопросы о грехопадении. Да, пожалуйста. Есть ли какая-либо связь между произнесенными проклятиями в адрес первых людей и теми повелениями, которые были даны им изначально? Скажем, повелением плодиться и размножаться и населять землю. Почему именно так наказал Бог людей? Что ж, я думаю, это из тех вопросов, на которые мы получим ответ, когда увидим Господа. Текст нам ничего об этом не говорит. Но вот что мы знаем, что касается проклятия в адрес Евы, во всяком случае, что касается первой части этого проклятия, это то, что касается пола, потому что мужчины не рожают детей. Поэтому это уж точно то, что не затрагивает мужчин. Поэтому, быть может, проклятия были произнесены намеренно таким образом, что они затрагивают пол и могут быть отнесены только к одному полу, а не к другому. Однако, если придерживаться такого взгляда, то очень трудно объяснить то, что было сказано Адаму, потому что порой не только мужчины вынуждены работать в поте лица, чтобы собрать какой-то урожай, но также и женщины во многих странах вынуждены работать в поте лица. А также, если говорить о физической смерти, умирают не только мужчины, но и женщины. И если задать вопрос, вот из всех наказаний, которые Бог мог обрушить на человека, почему Он выбрал именно такое наказание? Наказание для женщины и наказание для мужчины. Я не уверен, что мы можем ответить на этот вопрос на основании того, что записано в Бытие 3 главе, или на основании всего Писания. Нам лишь говорится, что Бог таким образом наказал, что это произошло.
И так как это написано в Библии, мы должны этому верить. Но нам не объясняется, почему именно так Бог наказал первых людей. Да, пожалуйста. Можем ли мы на основании всего этого сделать вывод о том, что грех, о котором мы читаем в третьей главе книги Бытия, оправдывает нашу греховную природу, из-за которой в человеке идет внутренняя борьба, описанная Павлом в 7 главе послания к Римлянам? Что он желает делать добро, но не всегда ему это удается, и эта борьба идет постоянно, борьба между греховной природой и духом. Можно ли сказать, что это происходит из-за грехопадения? Что ж, вы начали вопрос, говоря о том, что грех Адама оправдывает нашу греховную природу. И, конечно же, нет, ничто не оправдывает нашу греховную природу. Если тем самым вы имеете в виду, что нормально человеку иметь греховную природу, потому что Адам согрешил, то ненормально никому иметь греховную природу. Если же вы имеете в виду, является ли грехопадение объяснением, почему что-то происходит так, как происходит в отношении всех людей, то, конечно же, да. Конечно же, это объяснение не будет принято атеистами, агностиками, сторонниками теории эволюции, которые полагают, что лучшим объяснением является чисто материалистическое объяснение. Но, скажем, тем хуже для них, потому что их объяснения являются неубедительными. Это то, чему учит Писание. И что касается тех, кто воспринимает описание грехопадения как метафору, не буквально, точно так же, как написанное в первых двух главах книги Бытие, где описано сотворение земли, то есть определенная сложность в принятии такого подхода, потому что Иисус Христос, так же, как и другие авторы Нового Завета, и авторы Ветхого Завета воспринимали эти события как исторические, буквальные события. Поэтому, если вы решите толковать третью главу книги Бытия не буквально, то у вас проблемы возникнут не только с вашим толкованием, но также с вашим пониманием доктрины о Христе. Если вы скажете, но все это образы, на самом деле буквально ничего подобного в истории не происходило. Ну что ж, конечно, все еще вы не будете утверждать, что это сказка или миф, но тем не менее, на протяжении истории, в церкви, а также и в Ветхом Завете, в Древнем Израиле, считалось, что в первых главах книги Бытие описано то, что произошло на самом деле. Да, конечно, описание это не подробное, и написано все не так, как написал бы сегодня современный журналист. Но, тем не менее, это не означает, что перед нами сказка или описание некого мифа. Что ж, хорошо, еще один вопрос, и мы пойдем дальше. Вот что касается третьей главы книги Бытие и проклятия в адрес сатаны. Означает ли это, что падение сатаны и падение человека произошли одновременно? Или следует верить другим текстам Писания, которые говорят о том, что падение сатаны произошло раньше, задолго до грехопадения человека? Да, есть тексты Писания, такие как Исаия 14 глава, и есть еще один текст в книге пророка Иезекииля, и не все соглашаются с тем, что эти тексты обязательно говорят о сатане. Но многие богословы, тем не менее, именно так считают. И сейчас я пытаюсь найти этот текст в книге пророка Иезекииля. Это 28 глава. И вот в некоторых из этих текстов говорится о том, что сатана был во главе воинства херувимов, которые находились в присутствии Бога. И, конечно, это было до его падения. И затем он восстал. Но все-таки основной аргумент против того, чтобы считать, что падение человека и сатаны произошло одновременно, заключается в том, что если падение сатаны не произошло до третьей главы книги Бытие, то почему он искушает Еву? Скажем, если он еще не был низвергнут до грехопадения человека, то тогда то, что написано в третьей главе книги Бытие,
объяснить невозможно. Потому что змей, очевидно, пытается искусить Еву, заставить ее не послушаться Бога. И было бы трудно объяснить, зачем он это делает, если он все еще на стороне Бога, если он еще не восставал против Бога. Поэтому будет очень трудно доказать, что падение сатаны и падение человека произошло одновременно. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.